В американском штате Индиана арестован предполагаемый серийный убийца-маньяк. Полиция обнаружила тела 7 женщин. Как сообщили сегодня местные власти, арест был произведен в конце прошлой недели после того, как 43-летний мужчина сознался в убийстве одной из жертв. Даррен Вэн, ранее судимый за сексуальные преступления в Техасе, дал признательные показания в ходе допроса об обстоятельствах гибели 19-летней девушки. Она была найдена задушенной в мотеле. Затем он сообщил, что за последние 20 лет лишил жизни гораздо больше людей, чем ему инкриминируют. Он указал следствие места, в которых могут быть обнаружены и другие тела. В основном это заброшенные дома на северо-западе Индианы, на границе с Иллинойсом, к юго-востоку от Чикаго.